7 июня в 21:00 на телеканале ОТВ состоится премьера документального фильма «Петр Сумин. Прямая речь». Этот фильм посвящен 70-летнему юбилею первого губернатора Челябинской области, и мы пригласили в студию автора этого фильма Ольгу Кисленко. Доброе утро. Ольга, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ольга, ну вот расскажите нам, почему вот вам пришла мысль такая создать именно такой фильм подобный? Мысль пришла не мне, пришла директору медиахолдинга ОТВ Светлане Григорьевне Еремчук, и она пригласила меня принять участие в этой работе. И я сразу же с радостью согласилась, и если бы я немножко подумала, я бы, наверное, соглашалась не так быстро, потому что работа действительно очень сложная, очень много архивов пришлось перелопатить практически за все годы работы Петра Ивановича у власти, и, конечно, это было непросто. Но, Оля, скажите, какую задачу ставили? Вот показать Петра Ивановича как руководителя области, да, который долгие годы руководил областью? Да, или как человека. Да, или вот как простого мужика, что называется, да? Вы знаете, вот вы абсолютно правы, Петр Иванович был простым мужиком, и задача, может быть, напомнить об этом и показать его и как человека, и как политика, как бы она стояла, и эта задача решалась одновременно, потому что, ну, нельзя, да, разделить одно от другого, то есть вы ведущие люди одновременно, и то же самое те люди, которые занимают высокие посты, они принимают решения, исходя из каких-то человеческих качеств, и вот показать, почему именно так, почему Петр Иванович именно так общался со своими подчиненными, почему он решил построить краеведческий музей, как бы вот такие задачи мы перед собой ставили, и мне кажется, что у нас получилось. Оля, а вот скажите, пожалуйста, мне на самом деле интересно, а вот когда вы этот фильм делали, может быть, вы что-то новое для себя открыли, что-то новое узнали, может быть, что-то вас поразило в этом человеке, чего вы до этого не знали никогда? Конечно, я узнала очень много нового, потому что, ну, работая в то время журналистом, я видела его буквально каждый день практически. И я ничего не знала о личной жизни, о том, какой Петр Иванович в семье. Об этом не знал никто, кроме его близких. И больше всего в работе над этим фильмом меня поразило общение с его супругой Ольгой Ильиничной, потому что первая наша встреча состоялась без камер, и от этого разговора вообще, в принципе, зависело, как бы состоится этот фильм или нет. Да, готовы ли они будут открыться, потому что это необходимо будет сделать, и нужно будет говорить о достаточно личных вещах на всю область, по сути. И после часа общения я вышла просто как будто ударенная обухом по голове. Я такого, конечно, не ожидала. Я поняла в том, что Челябинская область такая, какая она есть, да, на сегодняшний момент. В этом есть огромная заслуга Ольги Ильиничны Суминой. Потому что, наверное, только любимый и любящий человек может вот совершать такие поступки и так самозабвенно работать. Ну, Ольга Ильинична очень светлый, открытый человек, но давайте перейдем в другую сторону чуть-чуть. А скажите, Ольга, были какие-нибудь сложности при создании фильма? Вот что-то прям, что вот как вы сказали, обухом по голове, но с плохой точки зрения. Может быть, ничего. Палки кто-то в колеса вставлял? Нет, абсолютно ничего. Напротив, все как-то сразу складывалось. То есть мы, например, выезжаем на съемку в деревню Верхняя Санарка, где прошло детство Петра Ивановича Сумина. С утра идет дождь, нам стоило туда приехать, сразу же погода налаживать, да, прекрасно. То же самое было, когда мы снимали конно-спортивный комплекс «Рифей», которым сейчас руководит Наталья Петровна Листратова, это дочь Петра Ивановича. Вот один в один ситуация. Дождь вдруг сменялся солнцем. И, ну, такое бывает, когда все складывается, и как бы тебе природа или что-то свыше дает знак, что ты на правильном пути, все получится. А, Оля, вот кроме природы, дающей знаки, кто-то вам еще помогал? Вы же не одна все это делали, правильно? Ну, нет, не одна. Это огромное количество людей. Всего было записано 14 интервью. То есть 14 человек. Соратников Петра Ивановича, да? Близкие, соратники, журналисты. Это самые разные люди, но которые имели к нему отношение, так или иначе с ним общались. И каждый из них внес огромную лепту. То есть со многими я встречалась. Были люди, которые не вошли в фильм. Но я как бы с ними встречалась, я выслушала.
выслушивала их советы, они делились своими воспоминаниями, потому что мне, ну, действительно хотелось уловить как бы суть его личности, в чем она заключалась. И каждый, с кем я поговорила, внес огромный вклад. А вот скажите, вот с вашей точки зрения, для кого этот фильм? Для южноуральцев, для вот нового поколения, либо для тех, кто жил и работал при Петре Ивановиче? Для кого? Конечно, он будет интереснее тем, кто жил и работал, и тем, кто помнит эту эпоху, безусловно. Но Светлана Григорьевна изначально поставила такую задачу, чтобы фильм был интересен даже не только южноуральцам, чтобы это была такая большая глобальная история. То, что касается молодого поколения, я считаю, что этот фильм обязателен к просмотру, потому что мы забыли 90-е годы. Многие их не знают, эти 90-е годы. И то, что сегодня мы называем кризисом и говорим, что жить сложно в 90-е годы, мы бы посчитали легкой разминкой. И вот как бы помнить об этой, да, отправной точке, с которой начиналось строительство там, нашей новой страны, Южного Урала, и очень много удалось совершить именно таким людям, как Петр Иванович Сумин. И поэтому, мне кажется, и молодое поколение обязательно должно об этом знать, а мы просто не должны об этом забывать. Ну, как говорится, кто забывает прошлое, может остаться без будущего, да? А без прошлого нет будущего, да? Да, да. Оль, а у вас сейчас есть уникальная возможность обратиться к зрителям нашего телеканала. Может быть, вы что-то хотите сказать перед тем, как они увидят этот фильм? Может быть, рекомендации у вас какие-то есть? Ну, тоже по поводу фильма. Вы знаете, наверное, все, что я хотела сказать, я сказала. В я этом сказала фильме, да. Это была действительно очень сложная работа, и я бы хотела поблагодарить как бы тех, кто ее со мной совершил, вот физически, это и операторская группа, и замечательный монтажер, который терпел меня в течение там месяца, пока мы монтировали кино, потому что фильм действительно, он складывался буквально по кадрам, буквально по слову, и по кадрам, и Андрей большой молодец, что как бы мы вместе с ним это все совершили. Поэтому все, что я хотела сказать, я сказала. Хотела бы только пожелать приятного просмотра и надеюсь, что фильм вызовет некий общественный резонанс и будет интересно. Так что мы с удовольствием посмотрим, что вы хотели сказать. Да, вообще спасибо. Просто фильм. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в студии была автор фильма Петр Сумин, прямая речь Ольга Кисленко. А мы напомним, что премьера состоится сегодня, 7 июня в 21:00 на канале ОТВ. Ну а далее пришло время новостей.